Всем привет! Привет, привет! Сейчас Маргарите и Миша делают прически. Вот сейчас 12 часов. В 2 часа у нас начинается турнир. Так что у нас есть время прически сделать и подготовиться, и тренироваться. Наш тренер Максим Геннадьевич тоже приедет поболеть за нас. Мишу делают. Мы решили сделать сложную прическу. Сзади внизу красивый будет пучок фигурный. И будет волна, состоящая из нескольких завитков. Посмотрим. Холодный воздух, да, там? Я чередую. А, чередуется там. Вот такое вот лето. Смотрите, какой у нас Миш красивый. Вот. Он и так красивый, а сейчас вообще ляпота. Да, да. Пульсик, грудь да. Вперед. Правильно, долго, правильно, подними. Правильно. Маме помаши. Тетя Наташа, маме, да, все. Да. Попляши, потанцуй, ля-ля-ля. Да, так что обязывает. На регистрации номер один. Сейчас я ищу, чтобы свет не стемнел. Шевелись, сиди спокойно, да, получится красивая волна. Класс.
прям ювелирная работа. Вот такие вот прически у нас получились. Миша, сейчас развернётесь к Маргарите. Давайте медленно поворачиваемся. Дын-дын-дын-дын-дын. А жить можно. Можно расслабиться, потанцевать, тра-ля-ля. Скоро боком. Свобода. Теперь боком. Так, сейчас Маргарите с вензелями. И Миши. Поворачиваемся другим боком. Так, отлично, замечательно. А теперь фотосессия. Энтиваси.